Хочу предупредить всех велосипедистов и просто любителей двухколесных видов транспорта. Следующий контент может ранить их чувства и нарушить душевный покой, ведь сегодня я хочу рассказать о том, что можно сделать с различными частями велосипеда. И ни одна из моих идей не подразумевает, что двухколесный друг останется невредимым. Итак, поехали! Первыми в ход пойдут колеса, и здесь у меня припасена уйма вариантов. Скажем, вот такой стол. Что выбрать в качестве изножья, дерево, металл или даже другие части велосипеда, решать вам. Главное, не забудьте накрыть колесо кругом из стекла подходящего диаметра. Утилитарное потолочное освещение – гениальное решение в наш потребительский век. И для многих окажется сюрпризом тот факт, что оно может быть еще и красивым. В данном случае колесо и как самостоятельный объект, и как основа для подвешивания разного рода декора станет бюджетной и стильной частью любого интерьера. Равно как и часы из колеса, все, что вам потребуется, это часовой механизм и цифры. Приклейте по центру колеса металлическую крышку с отверстием, вставьте в него стержень для стрелок, а с обратной стороны приклейте сам механизм. Вам останется только дополнить циферблат цифрами, подходящими по стилю, или же оставить его в изначально минималистичном варианте. Мой безусловный фаворит – домашний ежедневник из колеса. Для его создания распилите фанеру на треугольники, покрасьте грифельной краской и приклейте на колесо с равными промежутками. Идея схожая с предыдущей – настенный органайзер для хранения мелочей или даже экспозиции фотографий. В данном случае все, что требуется от колеса, быть ярким каркасом, на который при помощи прищепок и клипс можно закреплять нужную вам информацию или, скажем, очки. А в горизонтальном положении такой подвес из колеса сохранит в порядке вашу кухонную утварь. Если вам нужен необычный фон для фотосессии, подвесьте колесо, закрепив на нем другие элементы стилизации. Или используйте велосипеды целиком, не забыв при этом украсить их согласно теме вашей вечеринки. Переходим к сиденью, и вы не поверите, но из него выйдет неплохой стационарный стул, а при соединении нескольких даже целая скамья. А сочетав его с рулем, вы создадите имитацию трофейной головы, которая станет не только интересным элементом декора, но и поддержит вашего целого двухколесного друга, пока вы отдыхаете от поездок. Что касается самого руля, он без труда может переродиться в разного рода осветительные приборы, от бра до подсвечников. И вот вам еще порция идей, не подходящих ни под какое описание. Фантазия человека поистине безгранична. Смотрим и наслаждаемся ее плодами.